Нет, в смысле, что я сейчас покажу, какие гитары у меня настраивают? Нет, не для этого. Совсем не для этого. А вы тоже настраиваете там? Короче, не надо. Слова и музыку написал Георгий Колдун. Очень такой не очень известный композитор и песенник в Беларуси. Вот. Перестаньте лопать уже, что вы? Кто знаете, кто это? Так вот, он написал эту песню, очень просил сегодня для вас ее исполнить. Он просил передать, что он обычно ей заканчивает концерты, но сегодня она прозвучит в середине выступления. Там Шнуров нанес с собой сейчас немножко разобраться. Надо выходить, как другие группы. Выходят вообще без шнуров, без колонок. Как бы все играет, а человек стоит с гитарой, ничего не подключено. Вот так вот. Учитесь. Это со шнурами. С шнурами каждый умеет играть. Без шнуров попробуй поиграть. И еще попади пальцами во все ноты, которые в фонограмме идут. Вот. Так вот, песня, которая прозвучит. Юрий Колдун просил передать, что она посвящается обычно всем девушкам и женщинам, которые в зале присутствуют. Он не смог прийти, поэтому просил... Слушайте, перестаньте, если руки Регины Дубовицкой себя чувствую сейчас. Если б месяц золотой мне позволил быть с тобой, я б укрыл тебя той звездной пеленой, как небесный часовой, он бы плыл над головой, и о чем-то нам шептал ночной прибой. Лишь для нас с тобой, лишь для нас с тобой. Это вслед за сбывшейся мечтой ночь проносится стрелой, собирая звезды месяц золотой. Лишь для нас с тобой, лишь для нас с тобой. Спасибо. Спасибо.